Мюллер говорил Штирлицу: «Штирлиц, вам удалось отвертеться, когда мы нашли ваши пальчики на чемодане русской пианистки. Мы проглотили и тот факт, когда обнаружили ваши пальчики на телефонной трубке в кабинете правительственной связи. Но теперь вам точно не отвертеться, потому что ваш усвайс, ваше удостоверение пахнет русской водкой». Штирлиц так посмотрел и говорит: «Вы знаете, Мюллер, Шелленберг, когда выдавал мне его, ставил печать, ну и дыхнул на нее».